Друзья, всем привет! На связи Панасюк Николай и Мария Михайлова. Сегодня мы приготовим вам необычное, точнее, оно обычное блюдо, только в определенное время года. И, конечно же, это русское традиционное блюдо – окрошка. И окрошку мы сегодня сделаем максимально полезным. Поехали! Что неполезного в обычной окрошке? Начнем с колбасы, да, потому что это не чистый продукт, поэтому мы колбасу заменяем на куриную грудку, можно взять индейку, можно взять мясо кролика, ну вообще на любой вкус в целом, да, но чистый натуральный продукт. И, конечно же, квас. Квас – это продукт брожения, в нем содержатся дрожжи. Часто квас насыщают сахаром или делают его на меду. Тем самым создается брожение, появляются вздутия, неприятные ощущения и эмоции от такой любимые окрошки через несколько часов портятся. Поэтому мы постараемся этого избежать и сделать максимально комфортным наше пищеварение. Давай приступим, начнем нарезать. Нам нужны яйца, огурцы, всевозможные овощи. Картофель мы заменим на авокадо. Я займусь грудкой, если позволишь. Окей, мне яйца не резать, правильно? Да, режем все и формируем на тарелочку. Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов, потому что все привыкли к стандартному квасу. Кто-то делает окрошку на кефире. Мы сегодня сделаем с использованием тана и томатного сока. Нарезаем максимально мелко, чтобы это было приятно кушать и чтобы это хорошо переваривалось. Мне кажется, окрошка – это определенный просто тест устойчивости пищеварительного тракта, потому что многие люди, когда я делаю, я просто думаю, как можно это все вместе совместить для ЖКТ, это же прям ужасно. Вот, особенно там, и что как хорошо, что оно не до конца разбилось. Наташ. Сколько по времени делается окрошка? Вот это. Смотрим. Да мы постараемся ее сделать за 10 минут. Я вообще не люблю долгие и тяжелые блюда, все должно быть максимально просто. Самое долгое, это, наверное, этап подготовки, когда надо подготовить мясо, отварить грудку и отварить яйца. Если у вас это все есть, так же, как у нас, это займет буквально 10 минут. Почему я отказалась от традиционного кефира? Потому что у многих бывает лактазная недостаточность, непереносимость коровьего белка. Можно в целом выбрать козью продукцию, да, если у вас нету там прям аллергии именно на молочный белок. И мы выбрали именно тан, чтобы, опять же таки, не делать нагрузку на пищеварительный тракт, на поджелудочную железу. Я сейчас вспомнил, у меня у мамы в детстве была, я когда ей помогал, была яйцерезка, знаешь, такая. Да. Кладешь яйцо вот так, чпок. Сейчас думаю, где же эта штука? В целом вы можете наполнять окрошку, да, по своим вкусовым ощущениям. Вот мне как раз сегодня хочется уйти от традиционной кастрюли. Мы сейчас все разложим по кучкам, и каждый сможет выбрать тот ингредиент, который ему нравится. Так, авокадо нам одно, да? Прям хорошее такое. Mm-hmm. Сначала разрезать, потом чистить. Вообще по-хорошему ложкой обычно выковырить, ну, да, середину. Я обычно потом так и делаю. Вспоминаете, когда мы разбирали с вами, как выявить авокадо, вот косточка как раз-таки очень такая спелая, сразу видно, она легко отделяется, и он должен такой распадаться, то есть хороший авокадо – это тот авокадо, который легко, во-первых, чистится, во-вторых, он мягкий на ощупь, потому что если он будет недозрелый, вы его, ну, замучитесь чистить. И, наверное, хочется сказать, что не надо окрошку сочетать с хлебом, а то нагрузка будет еще больше на пищеварительный тракт. Это достаточно полноценный прием пищи, не нуждается в подпитке хлебом. Можно добавить чуть больше курицы или яиц, если вам не хватает насыщения. Я, кстати, взяла еще сметану. Мы ее будем добавлять в тан, чтобы сделать блюдо более насыщенное и жирное. Сметану взяла безлактозную. Опять же, вопрос, мы когда возвращаемся с вами про лактозу, мы вспоминаем, что это такое по своей структуре, это сахар. Она просто провоцирует росту и развитию патогенной микробиоты человека. У маленького ребенка лактаза выделяется достаточно большое количество, чтобы переваривать грудное молоко, и после 3 лет оно начинает снижаться, и нагрузка на пищеварительный тракт начинает увеличиваться. И если вы перегибаете палку с молочной продукцией, содержащей лактозу, то в конце концов все равно это большая нагрузка на кишечный барьер, и микробиом истощается, кишечный барьер истощается, и иммунные свойства кишечника снижаются. Поэтому все дозировано, все в норму, кушать можно, если вы хорошо это переносите, но осторожно. Так, я добавлять сюда уже не буду? То есть, да, если можно там оставить, чтобы придать искринку этому блюду. Я взяла лук и руколу. Ты знаешь, она немножко, да, остренькая. Ее можно немножечко порубить, но опять же для любителей мы будем именно формировать блюдо, да, каждый будет по вкусу это делать.
Руккола, кстати, относится к горьким травам. Горечь у нас стимулирует желчный отток, что всегда полезно для нашего ЖКТ, обеззараживает 12-перстную кишку, способствует лучшему пищеварению. Если у нас выделяется достаточное количество желчи, то жирорастворимые витамины усваиваются лучше, и ваша кожа будет всегда лосниться, будет красивой, напитанной, волосы будут блестеть. Поэтому любите рукколу. Начиная формировать себе тарелочку, ты сегодня будешь пробовать на томатном соке окрошку. Нет. Наверное, никогда не пробовала, да? Нет, я вообще первый раз. Да, а я сегодня постараюсь показать вам оригинальную подачу, которая понравится и вашим гостям, и вашим детям. Выбери, что тебе нравится, что ты хочешь видеть в своей окрошке. И что касаемо креветок и перепелиных яиц, я взяла подкопченые перепелиные яйца. Очень вкусные, они придадут изюминку вашему блюду. Вы можете в целом отказаться от куриного мяса и выбрать только креветки. Вы можете выбрать какие-то другие морепродукты типа мидий, опять же таки по вкусу, да? Или просто украсить и дополнить блюдо. Что делаю я для оригинальной подачи? Я беру бокал, тан. Дальше будем делать фокусы и чудеса. Начнем с небольшого количества, нам же просто надо сделать какой-то сюрприз, какое-то шоу, поэтому не будем наливать целый стакан. Что мы делаем дальше? Мы накрываем тарелочкой стакан, переворачиваем, стаканчик остается в середине, и тан, соответственно, не проливается. Дальше мы наполняем нашу тарелочку ингредиентами, которые мы хотим видеть в блюде. Все будут сидеть, ожидать вашего блюда, выделять пищеварительные соки, что, опять же таки, хорошо скажется на вашем пищеварении. Ну все, собрали всех за столом, да, и теперь самый финальный момент, сюрприз. Мы аккуратно поднимаем бокал и наполняем нашу тарелочку. Ну, интересно же, правда? Добавляем сметанки, чтобы была более плотная консистенция. Немного подсолить, йодированная соль. Займемся украшением блюда. Наши креветки. Это креветки, да? Да. Нормально смешивать креветки и курицу? Если мы смешиваем с более тяжелым мясом, например, с говядиной, вот это не очень нормально. Рыба и говядина желательно разделять. Если рыба и море и птица, то не так. Обязательно авокадо, то есть оно даст именно насыщение вместо картошки. Зелень немного мне. Оторви, пожалуйста. Давай. Немножко. Для привлекательного вида, потому что глазками мы тоже смотрим, да, кушаем. И когда мы напитаемся вот этими ароматами, вкусами, видом, то, естественно, у нас пищеварение будет лучше, да, выделится соляная кислота. Все очень хорошо переварится. В целом все. Можно придумать что угодно, но у нас, да, и так тут очень много всего получилось. Пробуй на томатном соке. Вообще вариаций очень много. Кто-то добавляет кильку в томатном соусе. Я считаю, что можно добавить тунец также, да, это тоже будет очень интересный вариант. Можно взять кефир и добавить минеральную воду, или ту же самую безлактозную сметану и минеральную воду, или майонез собственного приготовления дома и добавить минеральную воду. И то есть вы сымитируете вот этот вот квас. Чтобы придать перчинку, также, ну вот лично я так делаю, я добавляю немного горчицы. Тоже получается очень интересный вкус. Ну как? Кайф. Кайф? Да, будешь пробовать? Буду. Я думаю, что такой подачи ингредиентов, да, выбора, наполнения как продуктов, так и заливки, вы удовлетворите любого члена вашей семьи, будь это ребенок, бабушка, муж, потому что, конечно, у каждого разные вкусовые привычки. Вот, поэтому, пожалуйста, используйте. Если вы хотите сохранить и забрать себе этот рецепт вкуснейший просто окрошки, правда, потому что вот очень-очень вкусно, внизу под этим видео есть ссылка, нажимайте прямо сейчас и скачивайте этот рецепт абсолютно бесплатно. Как вы видите, даже окрошку можно сделать полезной и вкусной. И если вы хотите больше подобных видео на какие-то похожие блюда, которые не очень полезны, вы это знаете, но при этом хотите найти альтернативу, пишите прямо сейчас в комментариях, какое это блюдо, и по наибольшему запросу будем снимать отдельные выпуски. С вами был Панасюк Николай, прекрасная Мария Михайлова, вкуснейшая окрошка. Подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих видео. Приятного аппетита!